В Иванове участились случаи хищения у одиноких пожилых людей. Жертвами за последнее время стали уже несколько пенсионеров. Криминальный сценарий во всех случаях такой. Неизвестный мужчина приходит домой к пожилым людям в дневное время. Представляется электриком или сантехником. Проходит в квартиру якобы для того, чтобы проверить исправность розеток или счетчиков. Только после ухода незваного гостя домохозяева обнаруживают пропажу сбережений. В нескольких эпизодах это были суммы от 10 до 63 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов просят ивановцев быть бдительнее, помнить, аферисты могут прийти в дом под разными предлогами. Хочется обратиться к жителям как Иваново, так и всей Ивановской области, что ни в коем случае не нужно пользоваться услугами незнакомых вам людей, которые кем бы они ни представлялись, водоканалом, сотрудниками вашей там жилищно-коммунальной конторы. Если вы вызывали непосредственно к себе для каких-то услуг определенных людей, то да, действительно, вы можете ждать, можете пользоваться их услугами. Если же эти люди вам не знакомы, естественно, можно посоветовать проверить у них наличие удостоверений, созвониться с их фирмой и уточнить, работают ли эти люди там, есть ли вообще такая фирма. Но, наверное, будет проще просто таких людей в свое жилое помещение не пускать и никаких услуг с их стороны не принимать.